Баллоны что не вытаскиваете? А телки пиздец за жар идет, да? Сейчас другие елки загорят. Снимайте, да? Его сними самого. А мы еще когда пошли? Ты прикинь, Тём, там ни сидушек нихуя нету. Ширина? Ширина 2,40. 2,40. Сайран, вокзал найдут край. Ренат будет отвечать. Нет, сначала Сайрану мозги будут, а хозяин Сайрану будет Ренат мозги будет. Вот там есть. Как вот так? Посмотрите, что-то.
ты, ну ты режешь, блядь, а где тошнить, ты должен иметь. Блядь, если ты выехал, где ты пошел, возьми пшик, он говорит, ты сразу пшик. Вон они, на КП три штуки лежат. Да ебануты, они даже новые. Не умеют так пользоваться. А он мне говорит, не снимай, не снимай. А? Мне говорит, не снимай, затыкает. Бывай, Костя. А, охранник. Высокий. Тебе такая разница? Любительская съемка. Ну. Я изначально снял, вообще не считаю. А я снимал. Ну, с самого начала не снимал, но я много снимаю. Рассчитал бы. У меня на полчаса хватает. За сколько времени могли бы уточнить их скорость, за сколько времени пожарники приехали? Я быстро приехал. Быстро приехал. Здесь рядом, наверное, нет, да? Пожарка вот на Охременко. И, а, вот, и вот тут есть. Вот, вот выше этой, по вокзалке даже бабы. Пари сколько хочется. Вы куда? Надо? Ты не успел что-то дарить? А еще продать можно, алюминий? А? Еще алюминий продать можно. Алюминий-то все уже сгорело. А? Мы с кусками, да, так собрать там? Алюминий горел, что ли? Собирать будем сейчас. Бля, я думаю, что мне на голову какая-то хуйня сыпется, бля, смотрю, эта хуйня летает. Ну, нихуя какой, бля, черный дым, бля. Гаина, сейчас это телевидение. Сейчас, пиздец. А телевидение, что? Телевидение, ага, я бы. Телевидение. А? Вот. Можно продать, это хорошая информация. Какая скорость будет для рейса? Для репортеров, успели, бля, там, разгаре. Можно продать это, бля. Не знаю. Для новостей. Потом упомянуть. Затем Тайран это будет дальше. Кому-то это будет на руку. А, кто у вас авто говорит? Авто, айдай. Значит, байрлы айдай. Сегодня? Не айдай, бай. 12 метров, по-моему. А 12? 12, 12. Ширина? Ширина 2,8. 2,8. 2,40. 2,40. 2,40. Конечно. Тайран. На вокзал найдут крайний.